В этом году наша страна отмечает 72-ю годовщину Великой Победы. Мы продолжаем обратный стихотворный отсчет до главного патриотического праздника. В каждом выпуске новостей химчане читают фронтовые стихи. До Дня Победы остается 60 дней. Роберт Рождественский, помните, помните, через века, через года, помните, о тех, кто уже не придет никогда, помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны, памяти павших будьте достойны, вечно достойны, хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните. А тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли о погибших, помните, встречайте трепетную весну. Люди земли, убейте войну, прокляните войну. Люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.